Спонсор прогноза погоды – аптека.ру. Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. В последний день 2015-го в Самарской области будет облачно и пасмурно, без осадков. Еще чуть похолодает. Температура воздуха в дневное время минус 15, минус 17 градусов, ночью 14-16, ниже 0. В Сызрани облачно, днем 15 градусов с минусом, ночью 14, ниже 0. Ветер северо-восточный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, днем минус 16 градусов, ночью минус 15 и снежок. Северо-восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно и без осадков, днем минус 16 градусов, новогодней ночью также 16 мороза. Ветер северо-восточного направления 4 метра в секунду, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 76%, геомагнитное поле возмущенное, умеренная геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.